Последний день весны не радует погодой, но берчане все равно надеются, что лето будет теплым и солнечным. Жители города поделились планами на отпуск с нашей съемочной группой. Не знаю, честно, с такой погодой даже не знаю, что сказать. Просто поехать куда-нибудь отдохнуть в другой город, где теплая погода. На дачу. Что вы там делаете? Отдыхаю. Ничего не делаю, не копаю, просто отдыхаю. Этим летом я планирую съездить в Петербург, чтобы посмотреть институты для дальнейшего обучения. Вот. И с друзьями повеселиться. Заняться спортом и провести все время на коробке. Летом планирую работать. Я уже отдохнула свой отпуск, поэтому работа, потом с ребенком это аквапарк ему надо, потом зоопарк ей нужен. И я хочу съездить в лес по ягодке, по грибки. Но обычно у меня нет выходных, я работаю. Но если будет такая погода, наверное, надо будет уезжать, может быть, на Алтай на выходных. А в отпуск? А отпуск? А отпуска летом не будет. Отдыхать, надеемся, будем плодотворно. У меня сын заканчивает 11 класс, будет поступать. Все лето посвятим этому вопросу. Надеемся, что у нас все получится.